понедельника в Твери перекрыли часть улицы Крылова. В рамках гидравлических испытаний, которые проводит компания «Тверская генерация», был выявлен дефект на трубопроводе. Теперь нельзя будет проехать по улице Крылова от дома номер 29/40 до Смоленского переулка. С понедельника на этом участке начались работы, снято асфальтовое покрытие. Когда они будут завершены, пока непонятно. Проехать автовладельцам можно, свернув с улицы Крылова на Татарский переулок, а там уже выехать на Советскую улицу.